Продолжаем дальше дерьбанить наш пакет. Но здесь очень много мороженого, я даже не знал, какое попробовать. Давайте вот такое. Улетайка, крейзи донат. Ну, крейзи этот. Сумасшедший взнос. Или как донат еще? Сумасшедшее пожертвование. В общем, сумасшедшее пожертвование. Ну, донат это как... Ну, вообще в США пошло вот эти донаты, эти пончики. Потому что их давали полицейским бесплатно и называли их донатами. Вот, что типа пожертвуют, просто чтобы они сидели, охраняли их как-то. Вот поэтому называется там пожертвование, но для нас это просто пончик. Давайте откроем, попробуем. Ну, кстати, написано, что здесь мороженое, сделано по ГОСТ. Даже давайте посмотрим, кто производитель. Надеюсь, не Нижегородская область. Он меня все время удивляет. Так, мороженое эскимо, так состав. Кокосовое масло, так вообще не вижу, кто производитель. А вот. Изготовитель башкирское мороженое, республика, город Уфа. В общем, делают в Уфе, кстати, впервые пробовал башкирское мороженое. Мы, кстати, когда были в Уфе, мы так и не понимали. Я не помню, вроде бы не. Ну, давайте попробуем башкирское. Так, по граммовке здесь 50 грамм, ну, в белорусском обычно 50 грамм, вот, но белорусское, оно такое было, самое минимальное было 40, а до этого с нижегородским мы ели 20,5 грамм, это 50, ну, по нынешним стандартам, наверное, это нормально считается, но я считаю, это очень мало. Выглядит, кстати, довольно-таки очень необычно, вот такое вот, ну, похож на рулон туалетной бумаги, только красный. Ну, я как понимаю, что это все глазурь. Не, выглядит красиво. По цене оно 20 рублей стоило. Вот, за 20 рублей еще такое можно, как бы, простить. По составу не знаю, что там. Ну, давайте попробуем. Хотя нет, давайте почитаем немного состав. Улетайка мороженое. Так, состав. Вода питьевая, молоко цельное, сахар. Масло, ладно, короче, всякая химия. Глазурь классная. Мороженое тоже необычное. Но это немножко вкусно. Ну, необычно, так прямо какой-то такой обволакивающий рот вкус. Наверное, не от самого мороженого, а все-таки от глазури. Чувствуется вкус коровьих как. Ну, как будто бы добавлено то настоящее молоко, только не очищено. Ну, что-то такое есть между коровьими каками. Ну, это нормально. Ну, честно скажу, мне понравилось. Выглядит необычно, на вкус приятно. Ну, не очень приятно, но приятно. Я за такое мороженое поставил 8 баллов. Ну, на постоянку есть, конечно, его не рекомендовал. На постоянку оно так себе, мне кажется, быстро надоест. А вот один раз попробовать, да, я рекомендую, потому что выглядит необычно. На вкус тоже довольно-таки необычно. Ну, как-то необычно обволакивает рот. Поэтому это восьмерочка. Один раз, ну, может быть, два купить такое рекомендую. Но не более того. Но довольно-таки классно, мне понравилось. 8 баллов. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь. Пока-пока.